Компания Toei Animation и телеканал «Дважды два» представляют многосерийный мультипликационный фильм «Джет Марс». Японии рассказывают много легенд и историй о старых временах, но в мире этих легенд намного больше. Вот, например, Румыния. О ней все знают благодаря одной легенде. Кто-нибудь знает, что это за легенда? Кто хочет ответить? Я слушаю. Знаем, знаем! И я знаю. Странно, Шибугаки не часто поднимает руку. Шибугаки говорит. Персиковый мальчик. Что вы смеетесь? Потому что эту японскую легенду никогда не рассказывали в Румынии. Да, но персиковый мальчик — это единственная легенда, которую я знаю. Это легенда о вампире Дракуле. Слушайте, в Карпатах, в Трансильвании, в Румынии стоит замок. И в нем живет граф Дракула. Господин учитель, он действительно высасывал человеческую кровь? Ну, я точно не знаю. Так говорят. Существует много легенд о графе Дракуле, о вампире. Вампир Дракула? Вампир из вселенной.
Специальное сообщение о таинственных похищениях. Прошлой ночью были похищены 6 человек. По словам очевидцев, похитители используют летучих мышей и гроб. Полицейские власти рекомендуют закрывать двери на замок и не выходить ночью в одиночку. Это было специальное сообщение. Какие тяжелые времена настали. Характерно, что все жертвы нападения были молодыми. Летучие мыши, гроб очень похожи на вампира Дракулу. На вампира Дракулу! О нет, мне страшно. Милли, а этот дом безопасен, как ты думаешь? Нет, не говори, не говори. В такой ночи он может прийти к нам. Какой ты противный. Налить тебе чай, пап. Пожалуйста. Ну в чем дело? Что происходит? О боже, Марс, какой ты шалун. Вот я тебе сейчас. Подожди, подожди, ты у меня дождешься. Ах, дети, дети. Смотрите, кто это? Наконец-то я тебя нашел. Я так страдала за тебя, Кавашима. Но теперь я тебя отомщу. Марс, что ты здесь делаешь? Я слышал, что ты сегодня осталась допоздна на работе. Пришел тебя встретить. Ты телохранитель? Он смышленый парень. Милли, это твой приятель? Да, он мне как брат. Ты мне нравишься. Если ты телохранитель Милли, то не бойся. Я тебя тоже буду защищать. На заре моей прекрасной юности. Но ведь не скажешь, но я достаточно сильная и знаю карате. Да, это видно. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что ты на вид кажешься сильной. Но я действительно сильная. Посмотри, что у тебя за спиной. Что там может быть? Летучие мыши. Летучие мыши? Марс, помоги! Марс, на помощь! Милли! Милли! Ой, да это же робот! Милли, с тобой все в порядке? Звони скорее в полицию, Марс! Хорошо! Это же робот! Это, наверное, похититель. Это точно похититель. Марс его преследует. Выставить полицейские кордоны по всему городу. Да. Остальные будут преследовать его. Скорее! 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 Стой! Остановись! Стреляйте, стреляйте! Марс, Милли, я не смог догнать его. Это было ужасно. Я думаю, он знает моего отца.
Почему ты так думаешь? Когда он пытался похитить меня, он сначала спросил, не дочь ли я профессора Кавашимы. Правда? Значит, он охотится за твоим отцом. Это ты? Я давно тебя не видел, профессор Кавашима. Я Кончи Хоши, я был пилотом-испытателем в отделе исследований Вселенной. Но ты... Ты же погиб 3 года назад во время испытаний. Не волнуйся, как видишь, я не умер. Значит, ты не погиб? Ты жив? Кончи Хоши, пилот-испытатель, действительно погиб. Тот, кто стоит перед тобой, это мистер Курадо, человек с темной звезды Куроро, который воскрес для мести. Я испытывал новый двигатель, но двигатель забарахлил сразу же после взлета. Я чудом спасся. Но я погибал от полученных ран. Я вспомнил тебя и других людей, кто заставил меня страдать. Я поклялся, что если выживу, отомщу тем, кто меня бросил. Возможно, Господь услышал меня. Меня спас человек с темной звезды Куроро, который оказался рядом. На этой звезде нет солнечного света. Жители звезды Куроро не выносят его. Но так как живое существо не может жить без солнца, жители звезды Куроро высасывают энергию из других живых существ. Я выжил благодаря этому. В благодарность я привел их на Землю. Значит, таинственные похищения? Да. И сейчас, профессор Кавашима, я заберу твою энергию и жизнь. Подожди, подожди. Не делай глупости. Вот тебе, вот тебе, вот тебе. Вот тебе. Заткнись. На помощь, на помощь. Ну, помогите. Замолчи! Замолчи! Теперь ты понимаешь, как мне было больно? Улюлю, улюлю, молчи, осторожней! Если ты хочешь спасти этого робота, ты пойдешь со мной! Курадо, выслушай меня! Слава богу, похоже, его еще нет. Тише. По-моему, это плачет Мелчи. Что? Ты говоришь, что я сам во всем виноват? Ты обманываешь меня и боишься ответственности. Но даже если ты не виноват, я не могу простить людей, которые меня бросили. Мы тебя не бросили, мы искали на спасательной ракете, но нашли только один отсек. Слишком поздно. Что ты здесь делаешь? Вот тебе! Стой! Марс, с тобой все в порядке? Да. Это Курадо. Это тот самый похититель. Ты его знаешь? Да. Он был отличным парнем. Курадо, что ты делал до сих пор, не заправляясь энергией? Извините, но я не смог справиться с профессором Кавашима. Кавашима, он слишком стар в качестве источника энергии. Нет, он выдающийся ученый на Земле. Его мозг необычен. Я думаю, он как раз для тебя.
Нет, Ичин. В последнее время у людей на Земле развиты тела и не развит мозг. Она нам не нужна, уберите ее. Кавашима входит в список выдающихся людей Земли. Ладно, приведите его сюда, я хочу попробовать его необычную жизненную энергию. Хорошо. Профессор Кавашима, в следующий раз я сделаю из тебя мумию. Вот так, хорошо. Ну в чем дело? Что вы делаете? Профессор! Профессор, мне Марс все рассказал. Успокойтесь, мы пришли вам на помощь. Но что это такое? Чем это пахнет? Это средство против курада. С древности вампиров отпугивали крестом и чесноком. Мы развесили чеснок вокруг дома. Спасибо, хотя я вас об этом не просил. Как ужасно пахнет. Мистер Усач, я не ожидал этого от вас, но тем не менее большое спасибо. Не за что. Видите ли, в свое время я работал поваром. Это суп с чесноком, а это мясной рулет с чесноком. А вот жареная печень с овощами и чесноком, а это жареная свинина тоже с чесноком. То что, в каждом блюде чеснок? Если вы будете есть много чеснока, даже Дракула не сможет выпить вашу кровь. Победим Дракулу чесноком! Да, но нельзя ли убрать запах? Запах? Пожалуйста. О, как! Мелчи! Мелчи! Мелчи, подожди, Мелчи! Не уходи! Стой, Мелчи, стой! Ты не ушибся, Мелчи? Что с тобой? Папа! Ну вот ты и попался. Профессор! Немедленно отпустите профессора! Они украли моего папу. Ну, погодите. Ну что вы собираетесь со мной делать? Выпустите меня отсюда. Добро пожаловать, профессор Кавашима. Я вас жду. Мне нужен ваш мозг. Но потом... Ну что значит потом? Что вы хотите этим сказать? А потом он высосет твою жизненную энергию. Не надо, я не хочу. Что за глупости? Это не глупости, профессор. Он все еще преследует меня. Помоги мне, Марс! Откуда он взялся? Прячься здесь, профессор. Марс, осторожней. Марс, если ты мне помешаешь, я тебя разорву на куски. Курада, вы же человек. Почему вы так себя ведете по отношению к другому человеку? Я с темной звездой Куророро, вам никогда меня не понять. Убирайся! Убирайся отсюда! Вы же человек! Заткнись! Убирайся, говорю тебе! Он сражен. Поскорее покончи с ним. Его прикончит статическое электричество. Если вы хотите взять жизнь профессора Кавашимы, попробуйте сначала забрать мою энергию. Thank you.
Курадо. Курадо. Курадо, профессор Кавашима оживил тех, кого ты похитил. Прощай, Курадо. Другие, может, скоро забудут тебя. Но хотя я робот, я хочу иметь человеческое сердце. Я никогда не забуду тебя. Никогда. Потому что ты прежде всего человек. Ты прежде всего человек, Курадо. Как-то кагак-шоу уварета Франкен-хакасе-ва, кайбуц-робот-то-монстра-о штагаете фукушу-ни-ясте-кимашта. Токорога, сентоу-но-сай-чу-ни-мерчи-о-шитта-монстра-ва, соно-кавай-ра-ща-ни-хито-ме-варе. Втари-на-айда-ни-кимио-на-южо-га-мебаемашта. Джикай-джет-та-мару. メルチの好きなモンスターをお楽しみに! Вы смотрели мультипликационный фильм «Вампир из вселенной» из телевизионного сериала «Джет Марс». Русский текст Веры Нелюбовой. Роли озвучивал Александр Клюквин. На русский язык фильм озвучен телевизионным агентством «Стимул» при техническом содействии студии АВК по заказу телеканала «Дважды два».